В Москве состоялись консультации между МИД Таджикистана и Россией по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом. Как сообщила пресс-служба МИД Таджикистана, стороны обменялись мнениями о применении различных способов средств для борьбы с экстремизмом, в том числе путем привлечения различных организаций в лице России, такие как ШОС, ОДКБ, СНГ и так далее. Очевидно, что данная встреча в рамках общей российско-таджикской стратегии незаконного преследования неугодных граждан под предлогом борьбы с экстремизмом и терроризмом. Напомним, что на этой неделе таджикские спецслужбы передали российским коллегам данные о 100 гражданах Таджикистана, которых следует задержать и экстрадировать.